человеку, мне хотелось бы видеть вас в большем составе на трибунах, чтобы была такая огромная поддержка, чтобы мы занимали, допустим, вот полную трибуну. Представляете, как здорово? Поэтому надо к этому стремиться. Конечно, это все в большей степени зависит от нас, от ребят, от игры, от результата. Мы провели достаточно хорошую селекцию. То есть мы вернули всех ребят, которые были отчислены. Достаточно укомплектованные. У нас и по обороне есть выбор. И по центральной зоне, и по атаке, по линейным хавам. Я думаю, мы сейчас нормально укомплектованы. Полгода мы вместе отыграли, мы лучше стали понимать друг друга, стали дружнее, больше общаемся. Мы играли дома, мы даже когда там забили гол, мужики, пацаны, все хотели добиться результата, пришли болельщики, все хотели там выиграть 2-0, 3-0, ну забить как можно больше, порадовать как можно лучше, чтобы к нам приходили еще болельщики, чтобы к нам было больше интереса. Поэтому я думаю, мы будем только прибавлять.